Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим помидоры, запеченные с ветчиной и сыром. Помидоры нужно вымыть и обсушить. У помидоров срезать верхушки, аккуратно вынуть мякоть при помощи чайной ложки и маленького ножа. Верхушки от помидоров не выбрасывайте, они нам еще понадобятся в начинке. После того, как у помидора удалили мякоть, переворачиваем помидоры и кладем на бумажное полотенце, чтобы оставшийся сок стек. Далее приступаем к начинке. Мякоть помидоров нарезаем маленькими кубиками. Ветчину нужно порезать соломкой или мелкими кубиками. В этом рецепте я предпочитаю нарезать мелкими кубиками. Далее сыр трем на терку. Я всегда тру на мелкую терку, но вы можете и на крупную, если вам так больше хочется. Если зелень у вас свежая, зелень нужно вымыть, обсушить и порубить. У меня зелень заморожена, поэтому я просто высыпаю ее из пакетика. Также начинку нужно посолить, поперчить. Я использую черный молотый перец. Вы можете взять любой перец на ваш вкус. Также я люблю в этот рецепт добавлять базилик. Вы можете не добавлять. Все хорошо перемешиваем. Наполняем помидорные чашечки начинкой. Сверху можно посыпать сыром, но я этого не делаю, потому что я считаю, что сыр, который находится внутри, его вполне достаточно. Выкладываем помидоры на смазанный маслом противень или форму для запекания, как это сделала я, и запекаем при температуре 180 градусов около 15-20 минут. Ну вот и все, наши помидоры готовы. Я надеюсь, что мой ролик вам понравился. Если да, конечно, ставьте лайк, пишите комментарии. И мы скоро с вами вновь увидимся на моем канале. До новых встреч, пока-пока!